пятницу в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. 19-21 тепла днем, ночью 13-15 выше 0. Ветер западный 4-6, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани ясно. Днем плюс 20, ночью 14 выше 0. Западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем плюс 20, ночью плюс 14, западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, плюс 20 в дневное время, ночью плюс 15, западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 53%, температура воды в реке Волга 17,8, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.